Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Вера Алентова вернулась к работе в театре после траурных мероприятий в семье. Накануне она вышла на сцену театра имени Пушкина и безупречно сыграла главную роль. Смерть Владимира Меньшова стала печальным потрясением для всей страны. Но самый сильный удар получили, конечно, члены семьи режиссера. Так его супруга Вера Алентова едва сдерживала эмоции на церемонии прощания. С похорон прошло уже больше месяца. Вера Валентиновна решила, что она уже готова вернуться к работе. 12 августа актриса приняла участие в спектакле «Ложные признания» в Московском театре имени Пушкина. Артистка блестяще исполнила главную роль и удостоилась овации от зрителей. Поначалу некоторые поклонники были скептически настроены по отношению к столь быстрому возвращению актрисы к работе. Однако вдова Меньшова много раз признавалась, что творчество является для нее лучшим лекарством от всех бед. Однако за артистку заступились коллеги по цеху. Например, против травли Алентовой выступила актриса Светлана Немоляева. Так, в беседе с корреспондентами Ньюзру она подчеркнула, что возвращаться на сцену или нет, это личное дело Веры Валентиновны, и что никто не имеет права осуждать ее за принятые решения. Немоляева отметила, что Алентова решила вернуться к работе, чтобы тем самым избавить себя от переживаний. Советская и российская актриса Светлана Немоляева защитила коллегу Веру Алентову, которую затравили в соцсетях за намерение вернуться на сцену в короткие сроки после смерти мужа Владимира Меньшова. Немоляева призвала посторонних не вмешиваться в жизнь Алентовой. «Я считаю, что это личное дело Веры. Она пережила трагедию, драму. И человек так спасается. Она возвращается на сцену, чтобы спасти себя от переживаний, как я по себе знаю. Это можно сделать с помощью работы и поддержки семьи, детей и внуков», отметила актриса. По словам Немоляевой, сцена может вылечить Алентову. При этом, как подчеркивает артистка, посторонним людям не должно быть дела до ее решения вернуться к работе. Немоляева призвала всех заниматься своей семьей и своей жизнью. «Почему нужно ее осуждать или не осуждать? Это нехорошее занятие, с моей точки зрения. А с точки зрения Веры, чтобы как-то выжить и пережить эту историю, пережить свое одиночество, работа просто необходима. Без работы это смерть», считает она. Ранее стало известно, что народная артистка Вера Алентова решила вернуться на сцену. 11 и 12 августа спектакли «Семейка Крауза» и «Ложные признания» с участием актрисы открыли новый 72-й сезон театра имени Пушкина. Это был ее первый выход на сцену после смерти супруга кинорежиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 8 июля. При этом поклонники посчитали, что Алентовой рано возвращаться к работе. Артистку осудили в соцсетях, заявив, что ей необходимо соблюдать нормы приличия и держать траур как минимум в течение 40 дней после смерти мужа. Алентова – настоящая легенда театра имени Пушкина. На этой сцене звезда выступает уже более 50 лет. За это время ей удалось воплотить десятки ярчайших амплуа. Светлана Немоляева привела в качестве примера личную историю. Актриса рассказала, что также при помощи работы смогла пережить утрату своего мужа, народного артиста Александра Лазарева, которого не стало в 2011 году. Напомним, Вера Алентова также перенесла коронавирус. Она оказалась в больнице вместе с мужем и долго боролась за жизнь. В итоге Алентовой удалось справиться с ковидом и вернуться к близким. Сейчас рядом с ней находится дочь Юлия. Меньшова не скрывала, что потеря главы семьи больно ударила по всем родным, но это испытание лишь сплотило.